Ого, их совсем мало. Здорово. Что, с кем играем? С капитаном. А как команда? Не знаю, как в этот раз. А, в этом? Ну, первый круг проиграли, 3-1. А, что, второй круг? 3-1? 3-1 проиграли. 3-1 выиграли. Должны. Давайте их драть! Ну-ну-ну! Встречаем! Thank you.
Вчера, кстати, дубль 5-0 выиграл. Торпедо. А? Ну, нормально. Ну, так, нашего уровня. Ну, для дубля, точнее, сойдет. Бей! Хорош, Лёш. А? Ну да. Чё, ставим ставки, сколько сегодня забьём? Надо сразу забивать. Очень хорошо. Алёша, надо, Алёша, сегодня надо забивать. Меня потом можно выпустить. Я заявленный. Да? Да. Хоть и за вторую команду, но я... А? Еще, еще! Хорош! Прострел! Thank you.
центр, в центр уже. Может, было Димке дать. Дима, проснись! Как будто впервые с мячом, да? Thank you.
Ну, Коля, а? В офсайде был. Раньше, помню, что-то делили вроде, да, команду, то есть если у кого-то не хватает, хоп, там, из, как бы, техническое поражение, ну, давали поиграть, там, из другой команды кого-нибудь перекидывали просто. Ну, вроде было такое, конечно. Хотя... Я помню этот, в Кировском стадионе. Какой там? Баско. Они играли, ребята, как раз, у них два игрока играли. Вы команде противника. Просто поиграли. Я тоже помню, есть такое. Есть. Были такие. Леша в офсайде! Динар вышел, что ли? Да. Динар здесь? Он же играет. Что он здесь делает? Он же на каникулах оттуда. Приехал. Че ты? Проверяешь? Да. Так он сядет на чехол. А? Ну пробейте, а! О, хорош. Щечку еще так пробить. Надо забивать еще больше! Еще! Игрок с какой-то команды. А? Нет, игрок с команды какой-то. Вратарю не прошли, полевой поход. Да. Вчера этот, как его, первый гол вратара 2. Не поверишь, как забили. Подает с того фланга правоногий. Именно угловой. Ага. Сейчас, минуточку. Закручивает под штангу. Перекладину. И вратарь заносит к себе ворот. Лист. Ага. С углового. Ну, да. Да, это вроде. Да, сухой лист. Сухой лист называется. Вчера еще гетером поделился. У одного гетера не хватало. А он гол забил, со штрафного. Ну, прострел! Удар! Удар! Да!
Догоняй, догоняй! Плечо в плечо вроде было, конечно. Нарка тут просто неудобно, то что солнце на ноги печет. Ну это тебе, если вот здесь стоять нормально. Нет, я имею в виду, если когда сидела на рука. Хочешь, пошли до туда, делай какой-то. Ну давайте еще! Я еще хочу. Я хочу 5-0 в первом тайме. Ай-яй-яй. Ну тут грех не бить. Тут просто никого нету. Аккуратненько можно. Ну надо бить. Надо бить. Я сегодня хочу продолжение банкета вчерашнего. Ничего, все равно. А? Банкет был все? Ну нет, я имею в виду продолжение вчерашнего. 5-0 вчера был. Сегодня надо тоже выиграть крупно. Ну давайте, гол! Гол! Голище. Надо. Это... Просто знаешь уже, они уже начинают вставать, нижние убегают, короче. Просто тупо отбиваются, короче. А наши просто хотят завести. Это можно так будет. Ну чё вы всегда в офсайде находитесь, а? Что, на вас жара, что ли, действует? Ну так прессингуйте, а! Нифига себе! Вот доигрались! Нет, я поэтому тебя и торопил, я тебе сам оплатил, если тебя сам все. Тоже денег не было. Доигрались. Что могу сказать? Да. Как забили-то? Ты просто перевесили вратаря и все. А он зачем так далеко ушел? Так защитники постарались.
Вообще все, вся команда постаралась. Ни черта не могут забить. Просто как пижоны играют. Честное слово. Ребята. Пижонство, пижонство. Подстроился под мяч. Критики? Необоснованные, да? Критики, не критики, все вот. Что-то от них хотят, да? Ведут свою игру, да, а они как бы выкладываются по, не знаю, по максимуму, я не понимаю, конечно. Так это что? Сейчас, так, после игры будет. Ну не привезите, а! Зачем так играть? Можно было перевести на этого Петровича. Давай, давай! Все пиздец. Только протащить этого без понтов ваше. Смысл вообще тогда так бегать? Украли? Вот почему нету, вот, как сказать, такой агрессии, чтобы вот именно вот втащить мяч, как хищники. А у него не было офсайда! Какой нахер офсайд? Он стоял вообще. Когда игрок показывается на линии защиты. Ну, допустим, защитник крайний есть. Самый последний. А, допустим, атакующий игрок оказывается впереди него, когда ему дают пас. Вне игры получается. Ну, как получается, создают линию защиты, да, да, если игрок если нападение находится... Если игрок нападение за этой линией, ближе к воротам, да, то есть, то он получается, и как бы это как... Офсайд. Ну, это как фора. Вне игры. Знаешь, если бы то же самое, если бы, допустим, все здесь играли, ага, а игрок был бы вот здесь вот, допустим, ага, до этой линии. И он считает здесь один, он ему пас отдашь, что он побежал забил. Нельзя делать. Единственное исключение, если, допустим... На своей половине. На своей половине. Давай, Лёш, делай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Коша кривоногая! Он, кстати, слышит. Пускай слышит. А ты как так бить-то можно? Ты мне скажи. У меня вопрос, зачем пас было давать? Лёша-то? Можно было пробить ближний. А он пробил.
А, Леша, что ли? Да. Да нет, Леша нормально поступил. Там 100% голевой андал. Это тоже просто нет. Надо корректировать. Антон, старайся лучше. Меня нарко после этих комментариев меня нарко потом повесит, братья. Что один с другой. Если 35 минут, то осталось 2 минуты. И счет 1-1. Парни, вы что делаете? Их 8 человек. Почему такой счет? Ведь же сами пижоним. Как будто не хотим играть. Хотя не спорю, да, фактор жары. Тоже не спорю. Ну блин. Устал, так что идем, подъедем, посидим. Капидон. Да. Они казанские все, да? Да, все казанские. Это что было-то? Утоши, что было? Надо ногу об забор подправить. Первый тайм еще закончился? Да, кончился первый тайм. А 11 номер кто? 11 номер это Рома. Да? Угу. Австрийцы что ли? Наверное. Ах, да, кстати. Вроде постригся. О, Рамиль вышел. Ну, Тошек сел, как я видел. Динар в полузащиту. Вот этот тоже. В стиле. Сколько их сейчас? Зачем этого дикобраза обижают? 5. Какого? Слушайте, играет хорошо, вот я уже. Обычно достают тем, кто хорошо играет. Динар! Не теряй игрока! Еще по флангу. Давай, давай, двигай по флангу. На навес. Наш, наш. Так от белого уже ушел. Я давно предлагал эти три столба спилить. Не только я. Пожадничал, пожадничал!
Давайте в таком же духе, но только с, с голами. Я хотел, да, с мячами. Хочу, ору, это моя команда. А? Нет. Тысяча рублей. Вопросы снимаются. Да, нет, даже не тысяча, а 2000. Мне еще на такси же надо. 2000 спокойно. Сниму. Сразу себе деньги выбиваем. Ставку набивай. Потом здоровье. Тем более центральный матч. А кто играет там потом? Бэшка, скорее всего, Манчестер с Урицким, что ли? А, точно, точно, точно. Урицкий Манчестер. Б-лига? Б-лига. Да, там поинтереснее. Посерьезнее. Ротар, ты хочешь забить или нет, а? Ну, Ромка, Ромка. Не надо сегодня портить праздник двойной. Что за праздник? Вали, вали! По какому поводу? Ну, Рине день рождения. Ренат, купи. Он сам что сегодня готовил? Готовит. Салатики режут. А это то же самое, когда мы с чечевицей играли, тоже в том году. Часть состав... Играйте! Часть состава... А, да, часть состава осталась этот, в коттедже. Готовила. А часть состава играл. А кто-то даже снимал и комментировал заодно. А сейчас, к сожалению, мне приходится одному и комментировать. Хотя я редко комментирую. Ну и снимать. И то пока на время на камере. Семь минут прошло. Когда наконец-то еще забьем, а? Ну что за такая срез ошибки, а? Ребята! Что за такие ошибки, а? Ну, наконец-то, наконец-то! Веди, веди, веди! Давай.
Хотя могу ошибаться. Хотя нет. Вчера ставки просто ставил. Ой, не вчера. Прогноз сделал. Решился все-таки. Гол! Хорош! А, Булат! Хорош! 15-й! Булат! Булат! Давай еще два! Ну давай еще три! Надо догонять Тему! У меня еще фотоаппарат лежит. Думал, все, он придет этот вице-капитан. Думал, пофоткает. Его сегодня нету, к сожалению. Кто это? Ну, это Ренатов. Мадулин. Высокий такой. Он еще по 9 номерам играет. Ну, давай, 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 Тош, Тош, Тоша, давай! Кого? Две тысячи, готовьте, я спокойно. Значит, наглеть сейчас смотрю. Не наглеть, а такие расценки. Вы найдете, мне можно сыграть? Я бы не сказал бы. Вот на телефон снимайте. Ну снимайте на телефон. А тут... Нет, не домой телефон. Нет, сами снимайте. Две тысячи и все вопросы снимаются. А как же коттедж? Так я потом подъеду. За 2000 я потом подъеду. Такси считаю. Хотя я знаю другой способ. Сяду на 103 и доеду до дома. Хотя вроде на такси будет дешевле. И проще, потому что сейчас там переться на 103-м автобусе. 100-1,5 наверное подоедет, да? Да. Ну давайте еще два. Еще три. Два, три надо забивать. Хотя, конечно, я не думал, что сегодня Купидон в таком составе придет. Я бы другой счет поставил бы. Я, в общем, на сегодня поставил 3-1. То, что Ротар выиграет. Хочу, чтобы не сбылся этот счет. Хочу, чтобы был крупный. 6-1. Еще, еще! Подача! Или удар. Еще. А, Колю вы... А, Колю выпустили? Что я не заметил. Он же еще в Тарутоне играл. Нет, его же... Играл он? А, да? Да. Значит, Олега посади... А. Нет, не Олега. Не-не-не-не-не, Коля не было. Было? Коля вышел вместо Марселя. Четверка. Давай-давай!
разве от него, от нашего? Динар! Перед мячом хоть кто-нибудь встаньте! На правый фланг. А желтую? А нарушений почему нету? Синий даже. Давай, 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 давай! Веди, веди, веди! Бей! Гол! Хорош, Динар! Динаровский стиль, кстати, такой милый. Он всегда так просто не забивает. Он надо сначала делать что-то кого-то, а потом... Я не знаю, в чем проблема с левой пробить. Может, конечно, подстроиться надо. Он никогда не бьет сразу, я заметил. Он всегда обрабатывает кого-то обводит, потом только после этого бьет. То есть ему надо если еще получится. Да, да, обязательно надо кого-нибудь обвести перед этим. Обмануть. Так, 16 минут прошло. 16 минут идет. 3-1. Ну, давайте прессинг! Еще надо забивать, Ротар! Направо, направо! Там не было то. А кто на правом фланге полузащиты? Четвертый номер. Так просто. А ты не играешь, да? Я заявлен, но не играю пока. А ты так будешь играть, да? Я резервный игрок. А это? В случае чего выйду. Что хочу ходить-то? По какому месту едете? Мы первый круг седьмые закончили. Это первая команда, у нас еще есть вторая. Ну я заявлю. Вместе на Лиге Б. Ну я понял. У вас же с Урицким сегодня?
Да, это центральный матч тур. А, я в курсе. Вот снимать будет, блядь, хуй ты хотел, пиздец, блядь. Кто будет снимать? Неужели так, блядь, сложно? Я там, блядь, гол гожут, мне, блядь, снимешь, пока снял. Я говорю, 2000 вопросов нет. Ты, я тебя, блядь, камеру сломаю, блядь, 2000. А ты в курсе, что это не моя камера? Не, не похуй. Ну, мне похуй, я команде скажу, тебя поймают. Не похуй. Людям знакомым очень хорошим. Я лучше тебе не советую. Чего меня напугать, блядь? Я не пугаю. Я того мужика знаю, который красный футболк сидит, блядь. Это с моим паханом друг, блядь. И? С ними еще какая-то из двух. Нет, ну а что тогда ты мне это угрожаешь-то? Вот, все нахуй. Вот и все, и не знаю. Я угрожаю, там-то не похуй. Мне ничего не будет. Ну я и не буду снимать за бесплатно, нет, ты че? Да вам, блядь. Нет, я реально тебе говорю, я за бесплатно. Они разрешат снимать? Кто? Они. Я просто уезжаю. Так дело же в этом. Я на телом доставляю, чтобы ты, блядь, снимал, да? А что за спонсор? Банк? Какой спонсор? А, уже нет спонсора, царь. Ну, а так это что, банковский спонсор, да? Наверное, вроде да, банковский. Тогда будешь смотреть, если не будешь снимать. Кого? На, блядь, кого? Ты что, смотри, какой мальчик? Сам себя снимай. Ну да, ну да. Хорош, Динар!